Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. 33 года, замужем, есть сын, 3 годика. У мужа вспыльчивый, мнительный характер, не послушал его, и пока спал ребенок, пустила в дом доставщика воды. Хотя мне запретил открывать дверь чужим людям, и особенно, когда его нет. В итоге поругались, и он меня отправил к маме, чтобы я осознала, каким последствиям могли бы привести мои действия. С ребенком остался сам. Мне взять не разрешил, что делать, ума не приложу. Мама сказала, что еду просто отдохнуть, но как мне вернуться домой теперь, какие слова подобрать правильные? Смотрите, Мария, я думаю, что начать здесь нужно с того, чего вы вообще хотите, да? Как вы видите будущее ваших отношений с мужем? И как вы относитесь, вероятно, к тому, что ваш муж такой вот вспыльчивый. То есть, ну, вы же понимаете, наверное, что он менее вспыльчивым не станет. Ну, мужчина. Мужчина. Ваш муж, вот, он, ну, не станет, как бы, вот, менее вспыльчивым, менее требовательным, вот, менее ориентированным, скажем так, на запреты вам и так далее, и так далее. Вот. И у меня к вам вопрос. Вот в этом смысле. Чего вы хотите? Потому что именно от того, чего вы хотите, будет как бы зависеть, ну вот, собственно, все остальное. Ну, вообще-то, сказать по правде, ваш муж действует, ну, несколько, я бы сказал, незаконным, вот, потому что, ну, нельзя просто вот взять и, условно говоря, не позволить вам взять ребенка. Это несколько незаконная история, в данном случае, по крайней мере. Вот. Но обратите внимание, что вы как бы позволяете этому происходить. В том смысле, что, ну, как бы вы воспринимаете это как должно. Вот. И, соответственно, у меня к вам вопрос, да? Мне это кажется только, что вы вот, ну, как бы, воспринимаете это вот как должно или нет. Вот. Это вот такой аспект. То есть тут вот вам тут вот нужно определиться в этом смысле.
Вот, определиться и как-то вот, ну, преследовать этот момент. Вот. А если вы считаете, например, что как бы все в порядке, да, если вы считаете, что все хорошо, если вы считаете, что, грубо говоря, так и должно быть, да, если вы считаете, что вот ну, что мужчина как бы поступает абсолютно верно, абсолютно корректно, вот, то тогда вам на самом деле нужно просто извиниться перед ним и сказать то, что, ну, объяснить ему, почему вы с ним поругали. То есть, понимаете, основная проблема ваша здесь в том, что вы как бы себе противоречите. Вы как бы вроде говорите, что какие слова мне подобрать, да? Вот, как мне вернуться там? С другой стороны, вы как бы говорите, что вы, ну, с ним как бы поругались. Вот. Так тут момент вот собственно в том, что, ну, как бы, что вам надо определиться, вы или там, например, ругаетесь с ним, да, что говорит о том, что есть, ну, какой-то вот конфликт, вот, или вы принимаете его, как бы, ну, принимаете его вот в данном случае таким, какой он есть, ну, грубо говоря, понимаете, да, вот. То есть это вот такой аспект здесь, понимаете? Поэтому, честно говоря, я бы вот для начала подумал бы над тем, чтобы вот, ну, определиться вот с этим в первую очередь. Вот. Я бы подумал над тем, чтобы определиться, ну, вот, с вашей, ну, позицией. Вот. Понимаете, да? Как бы такая вот история. И до тех пор, пока вы вот, ну, как бы, со своей позицией как бы не определились, да? Вот. До тех пор, пока вы, ну, находитесь вот в таком, как бы, противоречии, можно сказать. Вот. Вам будет, ну, на самом деле тяжело достаточно. Вот. И, собственно, вы не будете знать, куда вам идти, да, и вот в какую сторону как бы двигаться. А так, если мы вот говорим с точки зрения психологии, то вы находитесь, ну, вот, к сожалению, в деструктивных отношениях, где у вас как бы муж тиран, вот, и он как бы ведет себя вот с вами именно так, а вы как бы, ну, в данном случае, да, ему вот подчиняетесь, вот, в силу, может быть, того, что вы там чего-то боитесь, или, может быть, в силу того, что вы как-то вот в себе не уверены. Вот, или, может быть, просто вот как-то привыкли, ну, полагаться
на вот, ну, на кого-то другого, да, но как бы вот не на себя, например, вы понимаете, как бы, какая штука здесь. То есть это вот такой аспект в данном случае, достаточно такой очевидный, вот. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно вот в этом направлении в первую очередь поработать, вот. А дальше уже будет как-то понятно, дальше уже будет как-то, ну, более очевидно, что делать. Вот, поэтому, на мой взгляд, такая вот картинка, вот, такой, на мой взгляд, есть вам ответ, вот, ваш, как бы, ну, ваш, ну, муж, он не изменится, он, каким он, если он таким и будет, это абсолютно нормальная история, абсолютно нормальная позиция в данном случае, вот, потому что зачем ему, как бы, что-то менять, да? Вот. Но вот. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что вы сделаете выводы какие-то, подумайте. Вот, и, соответственно, решить, что вам делать дальше. Вот, если хотите ситуацию исправить, то, ну, то есть, в том смысле, да, исправить, то, как-то вернуться назад, то нужно объяснить мужу, чего вы хотели. Вот. А для начала надо объяснить вообще, как-то вот, ну, себе хотя бы надо объяснить, да, что плохого вы сделали, то, что впустили доставщика еды, да, доставщика воды, что, как бы, такого в этом страшного, да, и что такого в этом вообще ужасного, вот, потому что, как бы, я, например, вот, как-то не могу понять, не могу увидеть, что в этом такого вот ужасного, как бы, в том, что вы это сделали. Вот. А вам, если вы вот, ну, хотите продолжать вот в таких отношениях находиться, вот, вам нужно это объяснить. Вот. Вам нужно объяснить это, что называется, как бы, наверное, в первую очередь, самой себе, вот. Понимаете, да? Вот. Такая вот история, такая вот ситуация, такой вот ответ вам. Я мог бы сейчас, да, вот, на этом все, удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью.